И всех привет, на своем канале, с вами Сальтуха. Сегодня помогаем такую, вроде бы хоррор под названием Имьюр, часть первая. Не знаю, насколько она серии, но вроде бы то ли на... Короче, на несколько серий это... Но не факт. Потому что тут оказывается купить часть 2. Ну и, конечно, ее с крысу. Тут еще... Не знаю, просто попробую, расскажу, как я себя тут называл. Тут профиль нужно было создать, я назвал себя Шиша. Это оно! Место, которое я видел во сне. Знаю, если хотелось... Я хотел, чтобы я его отыскал. Но зачем? Так, это ха-ха. Е, осмотреться. Назад пути нет. Я не уйду, пока не получу. Да, мы шагаем. Роберт. Смотреть, что отверзай, потому что получится найти что-нибудь, чтобы ее открыть. А, ищем. Так. Возьмем. Так, дверная ручка. Дверная ручка с остальным замысловатым орнаментом. Ну, гоняем мы, конечно, прикольно. Теперь мы тебя нужно... Все, погнали. Особняк, зал славы. Что это на стене? Нарисованная дверь? Кто это сделал? Ох, что это было? Да и... Шизанулся чуточку. Особняк, зал поклонения. Это хуйня. Здорово, хуйня. Уилл. Я могу предложить тебе силу. Голос? Я его уже слышал. Сияющий трапециоэдр. Трапециоэдр. Что, блин? Трапециочок? Да. Плохо стало. Вот так шифануло, так шифануло. Моя голова. Где я? Без света ничего толком не видно. Даже тут посвятить свое окружение. Используйте... и фига себе. Что произвести импульс, который может выйти сокрытое. Season was before. Раньше тут этого не было. Где же я? Чё это за хуйня? Это срань. Левый шоп, чтобы удерживать, чтобы бежать. Спрятаться? Мне не нравится это. Дверь запрета нужно открыть. Она не из этого мира. Все меняется. И чё? Так, а если здесь спрячусь? Ладно, кто с вами? Не сработало. Значит, похер. Значит, больно нахер нужно. Опа. Устали, но я. Что за хрень издает подобные звуки? Что? Все меняется. Это Рофлс? Не-не-не-не-не. Ладно-ладно, Все. Понял. Понял. Обработал. Все меняется. Ву-ву-ву-ву! Уходи! Нида, зачем ты сюда ушел? Шкибиди-дом-дом-дом-дом-ес! Шкибиди-ес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 
Взять что? Странный ключ. Естественно взять. Шкибни доп 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 ес шкибни ес ес. Выходы. Шкибни ес 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 шкибни доп доп доп. Погнали. Что? Ну, прочитай, что написано. Чё ты, чухан-то? Тю-тю-тю, да посмотри, don't ты. А, это всё. Ощущаешь ли её? Will. Энергию, исходящую от этой стены. Искупай же меня в этой силе. Опять этот голос. От него почти больно. Импульс... Ты представить себе не можешь, на что способна эта сила. Но должен научиться ее использовать. Допустим. Ты что скажешь? С помощью такого можно зайти до постоянного... Окей. Это странный клинок. Надеюсь, его критки. За что? Должен быть другой способ. Уа-ха-ха! Ща-ща-ща-ща. Ща заряжу. Хватай! Его держат, чтобы вызвать спорку и оглушать. Да, в смысле? Он не заряжен, типа? Ну теперь-то заряжен. Нюхай бэбру. Уа-ха-ха-ха-ха! Бум-бум-бум. Да я рыжий, бегу, охуенен, угу. Что подковать? Я охуенен, угу. Восхитители, югу. Эй, говно! Жри, говно! Что ты скажешь? Срака, мака, тука, река, ты, калюка, экта. Закончи первый кошмар. Ух, чего? Всего лишь сон? Не могу выбраться отсюда, даже во сне. Так, я, короче, проверю. Так, чё смотреть? Выпить. Короче, проверю я. Там, может, дневник из музея. Все-таки можешь понять, что делать дальше. Застанный осколок. Проснувшись, я обнаружил рядом с собой предмет из своего сна. Он похож на своеобразный кристалл или осколок. Кажется, его нужно куда-то вставить. Так что, думаю, я найду ему применение. Короче, игруля на несколько серий. Как минимум третья. Ой, тут. Первая. Первая у меня получ... О, все. У меня получится открыть эту дверь. Стоп, как я вообще попал в эту комнату? Да что за херня? Смотреть. И в чем проблема? Теперь у меня должно получиться открыть эту дверь. Ебана. Алло. Теперь у меня должно получиться эта срань, короче. Так, может тут что? Открыть. Опа. В принципе, я не удивлен.
Давай, давай. Я нашел ручку. Все. Одна ручка. Удаленность из инвентаря. Спасибо. Так, зипликатор. Новая зацепка. Двери. В особняке целая куча этих проклятых дверей. Должна быть возможно войти. Должна быть возможность войти хотя бы в одну из них. Поэтому следует глядеть в оба и не подмечать все, что привлекает внимание. А еще не стоит забывать пользоваться трапецоэдром. А как мне им пользоваться, я да, забыл. А, на Т. Так. Здесь нет особняка? Нет. Запятая, я не... Окей. Зал поклонения. Я так устал, мне просто хочется отсюда выбраться. И то верно. Особняк мост. Ну, сразу же просто по виду спокойно можно понять, что мы просто в край убиты. Воу-воу-воу. Что, сука, нападаешь? Взаимодействовать. На. Опа. Прямо. Прямо в дырочку. Ну, если так образно переводить, что он ощущает. И что это за шняга? Это сейчас портал в ад будет? Ля, реально портал. Не, это какой реально портал в ад. Крик! Он будто бы... Точно! Вот в чем дело. А, у меня глаза горят. Нихерово торкнуло. Чувствую себя странно, словно я стал невесомым. Знакомое место. Женочка? Ну как тебе? Дэниэль? Твой разум на секунду помутился. Он мне нужен, так что постарайся его не лишиться. Я в порядке. Спасибо, что спасил. Кажется, это было просто наваждение. Оно появилось из-за того, что я ставил туда осколок. Да больно, похер. Они похерали. Давайте. Так, что тут у нас? Кажется, заперто. Дверь больше открыта. Войти в убежище. Йоу, васап, кто ты? Чё за... Что? Что ты? Кто? Кто ты? Полно тебе, Уилл. Ты же знаешь правила. Мы с тобой знакомы? А, конечно знакомы, мой дорогой друг. Я могу рассказать подробности о твоей ситуации, но сперва ты должен кое-что для меня сделать. Может, просто расскажешь, что происходит? Эта комната — мой дом, а в моем доме ты должен стать моим правилом. Во время разговора ты должен сидеть на стуле предо мной. Воспринимай это как игру, если тебе так проще. Так что, пожалуйста, присаживайся. Ладно, но только попробуй меня не ответить на мои вопросы. Говорить. Кто ты и откуда ты меня знаешь? Я тот, кто видит скрытое от взора многих. Я любитель истории и мастер словесного искусства. Я твой единственный верный советник в своем затруднительном положении. Шутки шутишь, да? Я не очень-то настроен хихикать. Просто скажи, что тебе известно? Ладно, ладно, я чувак, который сидит. Который сидит в убежище, чувак из убежища, так сказать. Уилл, я могу помочь, но на многие вопросы тебе придется искать ответы самому. Блять, раскипал. Но ты найдешь запертую там душу. Тебе нужно либо уничтожить ее, либо освободить. Освободить или уничтожить душу? Да тебя это все лишь игра, да? А, ну, бесконечное чтение рано или поздно надоедает. Относись к моим словам, как хочешь. Выбора у тебя все равно нет. Чушь какая-то. Но я сделал вид, что поверил, чувак из убежища. Предположим, ты не врешь. Как мне освободить или уничтожить душу? Для спасения души нужно найти нечто важное для нее, так что напоминает ей о том, что когда-то она была живой.
А чтобы уничтожить душу, тебе нужно заставить ее повторить свою смерть. Повторить свою смерть? Ты просишь меня стать убийцей? Каждая из этих душ совершила при жизни какое-то злодеяние, поэтому, может, не стоит их жалеть. В любом случае, тебе придется провести небольшое расследование, чтобы выяснить, как поступить. Об этом можно не переживать. Мы оба знаем, что расследование тебе даются нелегко. Ой, дается тебе легко. Но почему я должен все это делать? Поэтому ты так сказал? Когда-нибудь ты узнаешь ответы на свои вопросы, наверное. Так что держи ключ, а я, наконец, вернусь к своим загадочным делам. О, yes. Бери. Ну и ладно, давай свой дурацкий ключ. Надеюсь, я скоро проснусь, и это все закончится. Не относись к происходящему, как и к чему-то нереальному, Уилл. Иначе этот сон может стать для тебя последним. А это... И это не угроза, а предупреждение. Этот ключ открывает первую дверь, расположенную где-то внизу, кажется. В общем, если понадобится помощь, ты всегда можешь заглянуть ко мне на огонек. Так что это за место? Что ты имеешь в виду под этим местом? Ну, начнем с той комнаты. Это, я так понимаю, библиотека? Ты увидел кучу книг и сразу решил, что это библиотека? А если еду увидишь, подумаешь, что попал в ресторан? Я понятия не имею, как с тобой разговаривать. Это мой дом, он содержит все, что я знаю, когда-либо буду знать. Я бы попросил тебя рассказать о себе побольше, но не уверен, что получу нормальный ответ. Да ладно, Уилл, без меня ты бы с катушек съехал. Каждый новый шаг краток и полон тайн, который супован и я до самого себя. Ты сам не знаешь, кто ты? Ну, не сказал бы, что не знаю, я, разумеется, являюсь собой. Ведь единственное, в чем человек может быть наверняка уверен, так это в своем существовании. Однако я загадка даже для самого себя и постоянно узнаю о себе что-то новое. Но ведь у всех так, разве нет? Возможно. Сохранить. Встать. Goodbye. Ах, чему? Рабада боги. Доверие? Кажется, заперто. Ладно, тут ни черта. Тихо ты. Сквозь время и пространство, сказал он. Пятый получится открыть, скорее всего, она заперта. Пистолет? Странно, что кто-то просто оставил его здесь. Да еще и записку приложил. Сэр Ил, я взял на себя смелость достать вот пистолет. Как вам известно, с могущественными духами ему не справиться, но доработанная порция свинца обезвредит их на время, если на вас нападут. Когда в магазине останется единственная пуля, удачный выстрел во время атаки врага даст вам шанс убежать. Также, мой дорогой Уил, если хотите сохранить голову на плечах, вы должны научиться передвигаться тихо, держаться в тени. Темнота может показаться давящей, но когда они оказываются в поле зрения, вы просто обязаны гасить все источники света. Звук может просачиваться сквозь двери и тонкие стены. Поэтому вам следует обращать пристальное внимание на то, насколько шумно вы себя ведете. Но, конечно, в местах, когда вы попадаете, далеко не всегда господствуют законы природы, руководящие привычными нам миром. Если будете всегда оставаться на чеку, совсем справитесь. Сейчас мне нужно отучиться по делам, но, уверяю, мы еще встретимся. Искренне ваш Джонни. Я не могу его использовать. Ты жалок, если боишься того, что принадлежит тебе. Это инструмент разрушения. Возьми его. Если буду упрямиться, долго не поживу. Возьму его, несмотря на настойчивость долбанного зловещего кристалла. Стоит добавлено. Давно я не держал в руках оружие. Придется снова привыкать, чтобы целиться. On Duke. Бам! Стало быть, патронов нет. Бам! Пау! 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 Снова и снова, снова и снова, снова и снова. Подождите. Тут ничего. Ладно, тут ничего нет.
Погнали! Вы уверены, что хотите войти? Естественно! Погнали! Дверь. Добро пожаловать в твой персональный ад, рыжий уёбок. Он сосет из тебя все кости. Апартаментс. А это типа следующая глава какой-то лобби? Ладно, и раз так, давайте закончим хз. И давайте быстренько. Внимание, только для персонала. Как это находится? Подсобка. Смотреть не были. Так, давайте быстренько. Ага. Ну, зацепка. Ага, спасибо. Позвоните. Что за шняга? Кто ты? Алло. Это выход? Что за штуковина на двери? У меня нихера нет. Так, если вверх. Так, допустим, да, если. Шаги? Похоже, я здесь не один. Так, я могу справиться. Ладно. Здесь воняет. Надеюсь, не о том, с чем подумаю. Так. Правый ящик. Левый ящик. Вот рейки. Где тут надо? Рисунок. Спальня А. Я так и встал. Пошел нахуй. Уходи, ребенок. Уходи. А я могу тут отсохраниться? Так, или... Так, подождите. Нечестно, если я сейчас отсюда выйду. Так, играть. То где я буду? Ладно, я здесь. Давайте на этом закончим. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь. Ну а с вами был Сатуха. Всем хорошего настроения. Всем пока.